самолете. Хай-йоу, братья мои, подружки, друзья, сестренки. Это у нас все-таки продолжаем прохождение Shadow of the Tomb Raider, четвертая часть. Какая у него была сейчас мягкая посадочка. Кирка, как всегда, с ней. Во всех частях Кирка была с ней. Вот он, Иона, живой, здоровый. Я думала, ты погиб. Эй, ты знаешь, что с Мигелем? Он не выжил. Мигеля разорвал ягуар. Что у тебя с рукой? Да какой ты паразит. Я хотел найти полынь, но она здесь не растет. Покажи. Эй, ты чего? Если оставить, будет только хуже. Сядь. Ты знаешь, что делаешь? Ну, типа, да. Со мной случилось что-то похожее в детстве в Египте. Не стану врать, это больно. Думаешь, это была та самая буря, предсказанная фреской? Не знаю. Кажется, нам пора пополнить запасы. Мы так ломанулись вперед, полетели прямо в бурю. Я не думала, что все так обернется. Надо было настоять на своем. Теперь я понял. Ты фокусируешься на цели, и все остальное исчезает. Иона. Эй, я за тебя. Это мой выбор. Как правило. Но если мы умрем, кто предотвратит бедствие? Кто помешает Тринити добиться своего? Уже, получается, никто не помешает. Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех подведу. Но, может, ценой пары часов нам стоило вернуться. Может, дать ему имя? Хорошо. Илай? Мой кузен. Он был тот еще паразит. Пока, Илай. Спасибо. Пора идти. Нам надо найти Кувак-Яку. Там мы заночуем. Заметано. Ладно. По-моему, за теми лианами виднеется деревня. Хорошо, что ты остался у самолета. Я хотел подать сигнал на случай, если ты рядом. У меня была ракетница. Да, Мигель, кажется, направлялся к нему, когда... Бедняга. Так, ну что ж, как всегда, занимаемся собирательством. Все, что полезное, все, что блестит, то нас и интересует. Так. Какое счастье, что Иона жив. Так, особенно, навыки, когда предметы, Мигель... Что тут можно улучшить? Ну, хоть Иона ни о чем не спросил. Угу. Ягуары... Только зря пугать его. Незачем. Чтобы опередить Тринити, придется пошевеливаться. Коробочка, вот и 15%. Идем дальше. А когда это Илай успел в тебя впиться? А, я хотел проверить, чистая ли вода. Проверил. Ты правда веришь во все то, как это? Ну, что ты сказала про бедствие? Апокалипсис. Мы можем пройти здесь. Поможешь? Ах!
Ты видишь? Это же Кувак-Яку. Надо спуститься туда и узнать, что в этом храме. А мы точно идем по тропе? Ну уже, держись ближе ко мне. Это уж точно не тропа. Сейчас по-любому что-нибудь осыпется. Ну, я же говорил. Почти прибыли. Почти прибыли. Это я уже слышала. Сразу видно, что его на высоты боится. Так же, как и я. Есть! Порядок? Я цела. Еще пара шагов. Хорошо, хорошо. Ты в порядке? Я в норме, я в норме. Кто же все это построил? Может быть, инки? Они смыслили в гидравлике. Мост опущен. А если поднять его с помощью противовесов? Может быть. Не могу разобрать диалект. Я что-то упустила из виду. Надеюсь, эта постройка здесь, раз уж мы собрались в ту деревню. Я тоже. Эту воду наверняка можно пить. Хочешь попробовать? Лучше пить из бутылок, найденных в обломках самолета. Слишком тяжело. Помоги мне. Ничего. Все, Иона, отпускай. Точно. Перебираемся. Наверное, нам сюда. После вас. Что это? Кажется, это какой-то алтарь или... Помоги потянуть. Ладно. Что это? Это рецепт. Кажется, смесь трав для концентрации. Пригодится, если встретим еще ягуаров. Лучше не надо. Выход в той стороне. Глаз. Он показывает то, что нам нужно. Мы приближаемся брать. К деревне. Скорее бы вернуться в цивилизацию. (Связь)
Эти постройки не похожи на руины в Мексике. В записях отца что-нибудь говорилось про Перу? Нет, я к тому, что в Перу должен быть некий золотой город. Пойдите. Все искатели сокровищ про него наслышаны. Но на Мексике все обрывается, будто он потерял интерес или... Или? Не знаю. В следующем томе речь о Сирии. Проход. Многообещающе. Как мы поймем, что снова вышли на правильный путь? Руины Майя бросятся в глаза, да? Я кое-что нашла. Кажется, тут есть вход. Раз тут спартанские условия, я лучше посижу у костра. Что-нибудь нашла? Корни и руины. Ну что, тогда двинули? Давай. Кажется, тут можно выбраться. Ничего полезного нету, но я же буду выбираться. Иона, помоги мне с этим. 3, 2, 1. Ё-моё, епло! Здоровяк, как будто он это следил за нами. Обезьянки такие сидят. Где ты там бегаешь? Я не могу! Жалко тебя, конечно, киска, но ты меня бы сожрала. Лара, ты цела? Ты цела? Помоги-ка мне. У тебя спина в крови. Я займусь лагерем.
Да, я посмотрю. Так себе. Знаешь, нам тут столько довелось испытать. Я невольно думаю про брата. Я всегда защищал его. От отца, от самого себя. Но он погиб. Ты сделал все, что мог. Окажись я в нужном месте, в нужное время. Он был бы жив. Будь у меня глаза на затылке. Всех тебе не спасти, Ионы. Спасибо. Да. Я скучаю. Знаю. Родители. Мне их не хватает. А недавно мне приснилась мама. Да? Угу. Такой реальный сон. В детстве отец многое от меня скрывал. Прятал вещи. Особенно ее. Зачем он это делал? Она умерла, и он берег меня от боли. Конечно, я все равно их искала. Но до сих пор у меня есть вопросы. Твой отец оставил больше тайн, чем раскрыл. Домингес сказал, при помощи серебряного ларца из чели он преобразит мир. Будь у тебя эта сила, что б ты сделал? Впал бы в панику. Ты бы не хотел вернуться в прошлое и увидеть брата? Потерять все остальное? Нет уж. Я люблю наш мир, он не идеален, но все, что я люблю, сейчас его часть. Чтобы найти сокровище, хитроумная Лара Крофт должна обмануть короля, найти запретную гробницу и раскрыть тайну Белой Королевы. Ее ждет много испытаний. Лара, ты делаешь математику? Она не может больше терять ни минуты. Сейчас, пап! Высокие стены замка влекут и дразнят героиню. На пути героини чудные звери. Кто знает, свирепые ли они. Героине нельзя шуметь, чтобы не привлечь внимание короля. Меня интересует моя работа, любая огласка. Ну а Лара-то здесь вообще при чем? Она у себя в комнате делает уроки. У нее мало времени.
гвардейцы не ждут, что Крофт полезет на стены замка. Башня замка выше, чем ей казалось. Все дальше, высматривая другой вход. Наша героиня замечает другой вход. На головокружительно опасной высоте, но забывает о страхе. Почти прибыли. Она устремляется навстречу цели. Вперед, в запретной гробнице. Этот парапет поврежден. Ей придется протискиваться. Уже близко, до нее рукой подать, но на пути невидимое силовое поле. Нужно отыскать другой вход. Бесстрашная героиня взобралась на вершину. И вот, наконец, она замечает проход внизу. Главное – осторожность. Что ж у меня за дурья башка? Наконец, она входит в запретную гробницу. Ого! Унесла королеву великая мышь на 30 северной, 90 восточной. Излила свое сердце она взаперти, светом любовь отопрешь ее точно. Наверное, белой королеве одиноко. Надо найти на глобусе 30 северный и 90 восточный. Thank you.
светом. Любовь отопрешь ее точно. Сработало! Крофт проникла в запретный мезонин. Ей надо быть... Надо найти Белую Королеву. Некоторые из них я еще не видела. Асуари. В этом сосуде находятся человеческие кости. Не могу разобрать надпись. Такие доспехи носили конкистадоры в эпоху великих географических открытий. Интересно, что они нашли? Великая мышь расправляет крылья. Отразил солнечный луч. Вот она, Белая Королева. Пленённая. Я должна ей помочь. Я могу убрать лестницу с помощью глобуса. Ее можно освободить! Светом. Любовь отопрешь ее точно. Тящимся сердцем наша героиня переступает порог неизведанного. Это мамины вещи. Темный путь стражат летучие мыши, молвил рыцарь. Белая королева дарила его загадочной улыбкой, сказав: «Мыши? Я не боюсь мышей. Я вообще ничего не боюсь».
Что у нас здесь? Ты, я и тиранозавр в Египте. А где папа? На работе. Взять и все бросить. Я на пороге. Ты всегда на пороге. Твоя одержимость разрушает нашу семью. Одержимость? Я одержим. Ты упускаешь детство дочки, потому что все время копаешься в гробницах на другом конце света. Неужели ты несчастлив с нами? Это открытие чрезвычайно важно. И мне плевать, что обо мне думают. Пап! Не смей мне угрожать. После всего, что я сделал... Эй! Эй!